Песах продолжается. Пришел шаббат во время Песаха. Сервировали стол, ну, уже по-обычному. Вино шаббатнее. Красное, сладкое. Кидаем в копилочку монетки. Вот так примерно шаббатний стол на Песах выглядит. Все аппетитненько, вкусненько, как должно быть в шаббат. Вместо хал маца, как и положено на Песах. Сейчас жена зажжет шаббатные свечи. Мы сделаем благословение. Приступим к трапезе. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, посвятивший нас своими заповедями, являешь нам зажигать свечи священную субботу. Аминь. Аминь.